Добрый день. Сегодня у нас обзор телефона Digma A170 2G. Вот такой коробки он поставляется. Мы купили для детей, так как у них первый садик, в первый класс они пойдут. Сказали, что всякие такие дорогие телефоны не нужны, чтобы не игрались, ну и потерять могут. Что он себя представляет? Так, характеристики. Двухсимочный он, там есть радио. Батарея на 600. Вот. Ну, судя по описаниям, хватает довольно надолго. Что у нас тут еще? Ну, в комплектации сотовый телефон сам он. Почему-то я не видел обзора данного телефона. Нигде. Сетевой адаптер, руководство пользователя, гарантийный талон. Весит он довольно легкий, 67 грамм. Заказал абсолютно два одиноких телефона через интернет в магазин Связного. 490 рублей стоит. Пришли довольно быстро, там за несколько дней что-нибудь. Открываем, что имеем. Сам телефон, он довольно легкий и удобный. С первым делом снимем вот эту вот пленку. Не нужна она. Ну, легенький он очень. Так, руки держатся очень приятно. Кнопочки нажимаются тоже довольно неплохо. Без лишних щелчков. И слышно, что они нажимаются. И прирезиненные. Что у нас там еще есть? Аккумулятор. Он отдельно, оказывается, поставлялся. Сделан в Китае. Как обычно. Сетевой адаптер. Как было там указано. Посмотрим, что у нас тут. А, он стандартный, он современный, как от смартфона обычно. И руководство пользователя. О, кстати, по-русски здесь все. Так. Кстати, да. Инструкция вся на русском языке. Буквально. О, все. Господи. Все на русском языке. Сейчас попробую ставить аккумулятор. Ну, сразу симку тоже ставлю. Сегодня как раз две симки взял. Кстати, к этому телефону еще бесплатно симка билайновская шла. На 300 рублей. Там. На счете у меня было 300 рублей, мне бесплатно ее дали. Внутренности тут обычные. Карта памяти и две симки. Ставил симку, ставил батарейку. Включаем. О. Экран заработал. Тут у меня резкость не настраивается. Вот он загрузился. Звук довольно громкий был. Первоначально попробуем позвонить. Бабушке Оле. Давай. А можно это будет мой телефон? Угу. Нет, Олег, пожалуйста, мой давай. Я печу, пожалуйста. Чё? Попробуем. О, как. Сейчас позвоним и скажем свое ощущение. Так, звонилка он очень хороший, только что позвонили. Слышно хорошо с обоих сторон. Громкая связь работает. Так, сейчас настроим время. Если еще... Я посмотрю, сколько времени. Угу. Потом уже скажу. Так, посмотрим, тут какие есть. Потом настроим. Так, что ж. 12 часов 7 минут. FM-радио. На коже видно. 12 часов 7 минут. Ага, я вообще не привык. Нажимаю я среднюю клавишу, надо нажимать опять. Ставить наушники надо. Ну ладно. Папа, это что, игра? Так, наушники не буду вставлять. Это игра? Так, что у нас тут еще есть? Органайзер. Органайзер, что мы тут имеем? По стабильному будильник. Календарь, задачи, калькулятор, фонарик. Посмотрим тут сначала калькулятор, то, что ему пригодится.
школе. Интересно, как плюс? А, плюс. Ну, в принципе, да. Пойдет. Калькулятор нормальный, фонарик. Включаем фонарик. Ну и... Готово. А, вот он откуда светит. Вот он. Да, я думал отсюда. Интересно, вот это что такое? Это фотография. Сейчас посмотрим дальше. Резкость у меня, наверное, не настроена, но плохо видно будет. Так, задача. Ну, обычная задача, типа будильника добавлять. Это стандартный набор таких телефонов. Я думаю, не только таких. Bluetooth тут есть, кстати. Так, что мы еще имеем? Службы какие-то. А, ну это ерунда. Так, список вызовов, пока у нас их нету. Это потом запишем. Телефонная книга. Тоже потом добавим. Так, мультимедиа, посмотрим. Тоже потом добавим. Посмотрим изображение. Видеоплеер. Кстати, здесь можно видео смотреть. Но для этого надо, конечно, карту памяти. Плеер здесь есть. Тоже музыки нет, но тем ни к чему. Диктофон есть. Что такое диктофон? Давай, записывай, говорите что-нибудь. Прием. Прием. Ага. Не получится, у нас нет карты памяти, ему сохранить некуда. Надо будет какую-нибудь дешевенькую купить карту памяти сюда. Лёля. Так, что еще? Что у нас еще здесь? Настройки. Настройка. Ну-ка, настройки телефона. Глянем, что здесь есть. Время, дата, автоматическое что-то. Автоматическое. Включение. Включение, язык. А, предпочтительные эти. Как вводить? Параметры экрана. Интересно, что есть. Обои. Ну, тут нет ничего. Ни фотографии нет, ничего здесь нет. Поэтому обоев тоже нет. Выключите экран. Так. Ну, тут полные настройки, короче, идут вот. На 5. Настройки работы с двумя симками, настройки сети, настройки безопасности. Настройки безопасности, что это такое? А, это блокировка симки и прочее. Ну, в принципе, разобрались. Сейчас я попробую забить телефонную книгу. Так. А время? Так, добавить номер. На сим или на телефон? На сим давай там. Так. Имя. У нас теперь 3 телефона. Так, друзья, семья. Да, введите номер. Ну, давай, вводите. Так. Семья. Ну-ка. Ага, понял. Вот теперь разобрался. Сюда надо имя заводить. Пускай так будет. Так, готово. Телефон. Сейчас телефон введу. Все, телефон добавил. Вот. Не буду не водить, чтобы телефон не был виден. А так все. В принципе, дети тоже очень довольны таким телефоном. То это он 490 рублей, как я говорил. Это мой телефон. И он очень легкий. Легкий, удобный. С двумя симками. Какие раньше были у нас. Вот. Очень удобная клавиатура, вот реально. Такая она прирезиненная.
меню. А, вот еще тут есть развлечения и игры. Где? Интересно, установка игры. Где игры? Не знаю, как установить, но это им не надо. Ура! Назад. Готово. Какая-то игра есть? Загадка. Типа пятнашек. Это я не буду играть, ладно. Какие-то пятнашки здесь. Надо собрать фигурку. Имена. Вот тут быстрый вызов. Сообщение. 7 входящих сообщений. Сообщение уже. Кто звонил? Интересно. А, услуга, кто звонит, подключена. Все, удалить. Короче, тут все есть, все настраивается, все очень удобно и красиво. Показываешь, что как? Да, так что рекомендую покупки такой телефон. Стоит всего 490 рублей. И потеряют, не особо жалко. Все, подписывайтесь, ставьте лайки.